хочу показать, как резать. Так, вот, допустим, момент, который нам надо. Вот стоит программа Solvig. Просто закидываем, открываем. Открывается программа. Мы выбираем момент, который мы хотим сохранить, передвигая ползунок. Это будет правый ползунок. И передвигаем момент левый ползунок. Допустим, хотим сохранить вот этот момент наугад. Нажимаем старт. Делаем название. Название пускай будет наугад у нас. Нажимаем сохранить. Вот скорость вырезки файла с тем учетом, что у меня запущен Battlefield. 4. Все. Больше нам не надо. Нет. Смотрим. Так, это у нас было здесь. Вот, пожалуйста, это видео, которое мы хотели вырезать. А, лиматоз, блин. Все, спасибо за просмотр.